Всем привет, я Дмитрий Рогачев. Мой книжный февраль выдался довольно необычным. Я думал, что будут выходить переиздания следующих частей «Девяти принцев Амбера» и продолжение «Хроника Валона» Роджера Железной, но, к сожалению, они так и не вышли, а я, как и многие другие люди, любящие самые разные книги, люблю, чтобы на полочке они стояли в одном издании. Поэтому подожду еще месяц-другой, и, может быть, если их не будет, возьмусь за какое-нибудь другое издание. Но в этом месте я прочитал две другие книги. Одна прям-таки напрашивается на экранизацию, а другая, пожалуй, интересная и больше для тех, кто любит задуматься о том, что могло бы быть, если бы наше человечество развивалось немного иначе. Итак, переходим к книгам. Первая книга — это Дэвид Кэп «Ниже нуля». Как пишут, огнеопасная комбинация научной фантастики, первобытного ужаса и жестокого экшена. Но, на мой взгляд, интереснее то, что написано сзади. От автора сценария фильмов «Парк юрского периода», «Путь Карлито», «Комната страха», «Человек-паук» и «Миссия невыполнима». И эта книга действительно очень сильно напрашивается в кинотеатре, я объясню почему. Уже не раз и не два, когда было написано, что люди, которые занимались сценариями фильмов или имели какое-то отношение к различным фильмам и сериалам, пишут книги, у них получается именно адаптированный под книгу сценарий. И здесь действительно, читая книгу, я даже представлял, как это может выглядеть на экране, и некоторые моменты, на которых здесь автор акцентирует внимание, они как раз могли бы стать такими небольшими дополнениями к основному сюжету и ничего больше. То есть вот представьте обычный фильм на 1.5 часа или, может быть, на 1:40. В природе на самом деле, в нашей с вами жизни, существует грибок кордицепс. Он больше влияет на насекомых, он не может брать под контроль каких-то больших существ на уровне человека, не может брать даже собаку или кошку. Это небольшой грибок, который влияет на мозг и подсознание насекомых, например, муравьев. Он забирается в само тело насекомого, которое каким-то образом попалось просто под руку, и вместе с этим насекомым начинает управлять его телом, а позже захватывает все тело. Насекомое поднимается наверх, грибок прорастает через тело этого муравья или кого-то еще, и потом распространяется по большей территории. Здесь точно такой же принцип, и местный грибок назвали Cordyceps novus. Что-то подобное я, как любитель игр, видел в эксклюзиве для PlayStation The Last of Us, в российском переводе «Одни из нас». Это не буквальный перевод, это официальный. И там как раз с мутировавшими людьми приходилось сталкиваться. Здесь я вижу абсолютно ту же самую ситуацию, только история немножечко слишком киношна. Когда сначала персонажи вроде как этот грибок прячут, потом этот грибок прорывается. Я не могу сказать, что это плохо, я не могу сказать, что это хорошо. Эта книга, вот я вам даже могу показать, она небольшая, и вы сейчас, пока я комментировал, уже видели, как она выглядит изнутри. Она может прочитаться спокойно за 1-2 вечера. Если вы берете ее в дорогу, она спокойно уйдет за одну поездку, скажем, в поезде, если вы едете куда-нибудь один день. А может быть, если вы поздно ложитесь, а ваш поезд отправился раньше, вы как раз в дороге успеете прочитать эту книгу. Стоит она того или нет, решать вам, это для любителей именно такого кинематографичного, быстрого, захватывающего, но все-таки довольно простого чтения. Я не могу сказать, буду ли я брать другие книги Дэвида Кэпа. По крайней мере, отвращения от этого текста у меня точно не было. И я могу сказать вам вот что. Если вы любите именно такие экшеновые книги, берите эту. Если нет, если вы хотите чего-то более глубокого, более погруженного и более непривычного, то вам подойдет следующая книга. Вот она, книга для тех, кто хочет чего-то более глубокого и более проникновенного, более захватывающего и погружающего в свой мир. Это «Ранняя пташка» Джаспера Форда. Это бестселлер «Нью-Йорк Таймс», лучшая книга месяца и все остальное. Но здесь самое интересное в том, как устроено человечество. Это можно было бы назвать альтернативной историей, если бы это было чем-то привычным, скажем, когда война между Россией и какой-нибудь другой страной закончилась бы иначе, или какие-нибудь другие моменты, больше политические и экономические, произошли бы в стране, или, может быть, какие-то технологии не появились. Нет, здесь абсолютно другое развитие человечества. Представьте, что мы с вами зимой впадаем в спячку. Как медведи в зоопарке, как многие другие животные, которые не ведут зимой никакой активности.
И вот представьте себе, что события этой большой книги, тут, кстати, больше 550 страниц и не очень-то большим шрифтом, происходят в то время, когда большинство людей впало в спячку, а некоторые люди, которые поддерживают состояние этих капсул для сна и всего остального, они как раз занимаются тем, что происходит, скажем так, с обратной стороны всего этого мира. И если вы подумали, что здесь все люди впали в спячку и речь пойдет только о нескольких персонажах, вы очень глубоко ошибаетесь. Зимой не спит огромное количество людей. И это не только лунатики, которых можно было бы сравнить. Ну, с зомби не получится, это скорее люди, у которых немного другие ограничения мысленной активности. Но здесь есть люди, которые занимаются абсолютно разными вопросами, связанными со сном. Можно ли сон проецировать внутрь человека? Может ли человек проживать несколько раз подряд один и тот же сон? Здесь очень много вопросов, связанных именно с этим. Я вам не могу сказать, хорошо это или плохо. Я могу сказать, что эта книга заставляет задуматься, возможно ли что-то такое или нет. Я могу сказать так. Вот все это большое произведение я читал не быстро. Тут нужно погрузиться. У меня не получается в подобные книги, где реальность именно внутри книги очень сильно отличается от того, что происходит вокруг нас. Я не могу сразу в это погрузиться, потому что это довольно специфично. Но стоило оно того, действительно стоило. Это книга, которую я могу вам спокойно порекомендовать абсолютно всем. И это любителям и чего-то активного, и противоречивого, и, возможно, даже любителям различных психологических детективов, триллеров, психологической фантастики, потому что здесь много всего этого. Единственное, что здесь не настолько глубоко раскрыто, как можно было бы, это научная сторона, но это не научная фантастика в том серьезном научном глубоком проявлении, как некоторые другие представители, соответственно, жанра научной фантастики. Поэтому я рекомендую эту книгу не тем, кто любит что-то научное, хотя вам она тоже подойдет, а в первую очередь тем, кто любит и психологическое, и активное, и нестандартное. Вам это зайдет на 100%, я в этом не сомневаюсь. Ну а на этом на сегодня все. Какие книги будут в следующем месяце, я пока не знаю. Предлагайте мне. Я опять же задумываюсь о том, что может быть все-таки взяться за Сапковского, а может быть и нет. Я до сих пор в каких-то очень странных сомнениях. Я буду смотреть, выйдут ли новые книги «Железной» в переводе. Конечно, не новые книги, они уже давным-давно вышли, но скачивать с левых сайтов мне, честно говоря, не хочется. Хочется такое хорошее иметь в своей библиотеке. Спасибо за внимание, спасибо тем, кто продолжает поддерживать канал. До новых встреч, пока!